Эксцентриссимо. Кировчанин продает на Авито БТР. За необычный транспорт просят чуть больше миллиона. И предлагает еще и вертолет, если найдется желающий. Для нас это, конечно, почти что невидаль. Но миллионеры давно услуги другого уровня получают. Бразильская компания Embraer готова ваш частный самолет панорамной крышей оснастить. И попросит за такую красивую птичку всего 53 миллиона долларов. Вы же почему себе самолет покупаете? Чтобы ощутить все прелести путешествия по воздуху, и чтобы не нужно было беспокоиться о том, что место не у окна достанется. А так у вас в золотом мобильнике будут неповторимые виды из ваших перелетов. И заодно вы станете обладателем одного из самых дорогих частных самолетов в мире. У Джеки Чана, например, простой Embraer, золотой и красный драконы на фюзеляже всего лишь нарисованы. И даже у принца Аль-Валида ибн Талала нет панорамных стекол на самолете, а его аэробус стоит не 50 миллионов долларов, а 500. И даже ради своих ястребов тратиться на обзор неба в полете он не стал. Эксцентриссимо.